Итак, друзья, есть такая новая классная функция в Mi Band 7, называется она «Мониторинг здоровья сердца». И, значит, Mi Band 7 сам сообщит вам, значит, если что-то у вас не так с сердцем, как ее включить. Заходим в приложение Zepp Life, подсоединяем Mi Band 7 и, соответственно, ну, это, кстати, бывший Mi Fit. Соответственно, после заходим здесь и заходим в мониторинг состояния здоровья сюда. И вот здесь вот нарушение сердечных сокращений, мониторинг здоровья сердца. Когда вы в состоянии покоя, браслет уведомит вас в случае обнаружения ненормального сердцебиения. Включаем эту функцию, значит, предупреждение о времени работы от батареи, ну, естественно, будет уменьшено время работы от батареи. И, соответственно, вот эта функция включена, и еще раз рассказываю, что, значит, если что-то будет не так, нам сообщат, но, опять же, у меня все так. Поэтому вот так вот, вот такая функция.